отдельно тоже хочу сказать всем игрокам и болельщикам спасибо и много за огромную поддержку. Это очень хорош для нас, потому что их много было сегодня, и мы дали на игре 100%. Ну, как всегда, как обычно, нам была нужна игра. И просто спокойно играть. Если 0-0 спокойно, у нас есть 90 минут. И так и было, мы так играли. Забили первый, потом они забили для 1-1. И потом во второй тайме мы тоже забили для 2-1. Это все было. Но я думаю, мы хотели больше выиграть сегодня. И это самое важное было. Просто играли дома, играли для истории, за финале Кубка. Это очень хорошо было. Игра и все. Ну, спокойно. Это далеко. Это последний матч будет. Нам следующий матч. Игра с Ростовом дома тоже. Потом будет ЦСКА тоже дома. Не увидим, где мы, как